От сессии до сессии живут студенты весело. Каждый год в нашей стране 25 января празднуется праздник День студента. Лично для меня это время запомнилось как радостным, беззаботным и по-настоящему счастливым. А вот какие студенческие годы были у наших горожан и как нынешние студенты проводят свое время, сейчас мы с вами и узнаем. Здравствуйте. Вы знаете, какой сегодня праздник у нас в стране отмечается? День студента. Вот, дяденька идет. Явно хорошо учился в универе. Здравствуйте. Можно вам, пожалуйста, один быстренько вопросик зададим? Знаете, какой сегодня праздник в стране отмечается? Татьянин день, день студента. День студента, да. А какой сегодня день у нас в стране отмечается, не подскажете? День студентов. Правильно, день студентов. Хохочут, идут. Сейчас мы тоже с ним похохочем. Здрасте. Ой, а что вас так развеселило? Недавно можно узнать? Брали интервью у наших коллег. Ага. Да, на этом углу мы так над ними смеялись. А, это, наверное, которые рассказывали про купание, да? Вот. А вы нам сейчас тоже кое-что расскажете. Давайте рядышком встаем. Ну, давайте. Смотрим на нашего прекрасного оператора. Расскажите, пожалуйста, какой сегодня день в стране? Татьянин, день студента. Да, правильно. Вы тоже наверняка были студентками. Да, конечно. Вы студент? Да. Студент колледжа, наверное? Да. Какой курс? Второй. Точно не школьники? Нет. Не обманывайте. Хотите, покажу зачетку? Ну-ка, давай. Ну-ка. Чтобы начала таскать, что будет. Ладно, ну-ка. Халява, приди, и так надо говорить, да? Ну, бывает так, тут 12 часов. А, что-то опоздали, там, получается. Там, ладно, соль, он что-то там делает и... Ну, ладно, все, верим, что ты студент. Расскажи, пожалуйста, какой сегодня день в России отмечается праздник? День студента. Вот вы можете вспомнить свои студенческие годы? Ну, это великолепные были годы, прекрасные. Я приобрела много очень хороших друзей, мы уже 50 лет дружим. Для всех прекрасное время. Счастливое, беззаботное время. Время надежд. Случаев-то было много, на самом деле. Знаете, все там не припомню. Самый яркий. Ну вот я, допустим, выступала в студенческой весне, и вот почему-то все одногруппники выбрали именно меня и вытащили на сцену. Я пела песню про осень, я вот до сих пор помню, как я там стояла, краснела, но спела. Осень, осень. Да, да, да. Давайте споем на камеру. Отрывок хотя бы. Как она начинается? Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. Можно пританцовывать. И лихой ветер гонит их за мной. Как отмечать будете? Так, ну, вкусно покушать. Вкусно это как? Что? Что-нибудь, например. Что обычно? Не пойдете, что ли, никуда? Куда? У нас практика. Тусить? Практика? Да. Ну вот, можно потусить, а завтра на практику не пойти. У нас два раза в неделю. Она сегодня вот только что была. Вот вы как студенты, расскажите мне, молодые, веселые, задорные, как отмечать будете? Ну, пойдем покушаем в Базагуме. И, ну, все, наверное. А вы тоже вместе пойдете кушать? Ну, вообще ничего не происходит. Вообще ничего. Это же день студента, какая Базагум, какой кушать? Надо же как-то поактивнее отметить, как думаете? Ну, это не такой прям студент. Ну, день студента для нас. Может быть, других факультетов? Ну, празднуется, но не у нас. А вы с какого факультета? ИСИП. Что, у вас все серьезно так? Ну, как все знания забыли. Вот вы расскажите, как студенты, как вы вообще проводите этот день? Этот день мы с пользой проводим сегодня, работаем, важную работу выполняем. Ага. Для всей страны, для России, для гражданского нашего общества. Собираем подписи для кандидата президента Российской Федерации. Понятно. А это все, конечно, замечательно. А отдыхать-то вообще отдыхаете, нет? Не отдыхаем. Мы вот считаем, ну зачем просто так сидеть, там пиво пить, я не знаю. Ну это же пользы никакой не приносит. Да, зачем, когда у нас есть солнце России, солнце Путина, нам не нужно ничего другого, кроме работы. Какие трудовые ребята. А отдыхать когда? Ну зачем отдыхать? Дома, после вечера, после работы. Пришел домой, чай попил, все, спать лег. Вот, да, вот весь отдых. А у вас вообще студенческая жизнь-то веселая, нет? Ну, веселая. Хорошая, позитивная. А чего веселого? Учеба веселая, нравится очень. Аура позитивная. Ну, погуляйте хоть раз хотя бы. Ну, разок может быть сегодня. Такой-то день. Да. Да. Желаю вам. Ну, спасибо. Просто погулять хотя бы. Отвлекитесь от работы, она у вас еще будет, еще много будет. Пока студенты, успевайте. Можете, глядя в камеру, нашим нынешним студентам пожелать чего-нибудь, так сказать, на опыте? Пожелать на опыте?
Ну, учиться, учиться, еще раз учиться, мечтать, не бояться, идти вперед. Ну и всего хорошего. По своему опыту скажу, что мы со своими одногруппниками День студента отмечали весело. Если на следующий день надо было идти на пары, не забывали на них приходить. А всем нынешним студентам и будущим желаю, чтобы учеба была отличная, зачетка была всегда заполнена, а диплом был только красного цвета. Андрей Слепнев, Жаргал Цириндашиев. Новости дня.